Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». Сегодня у нас в гостях Евгения Власова, начальник городского управления культуры. Здравствуйте! Здравствуйте! Евгения Сергеевна, в преддверии праздника народного единства, наверное, хотелось бы у вас узнать, какие мероприятия пройдут у нас в городе. День народного единства. Предполагается праздник, в котором участвуют все. Люди разного возраста, разной национальности, разного уровня здоровья. Все, кому это интересно. И, собственно говоря, на первом этапе подготовки этого праздника мы получили одобрение от наших горожан. Мы провели соцопрос на нашем сайте Управления культуры. Мы провели круглый стол, где пригласили всех, общественные организации, пригласили спорт, образование, людей, которые отвечают за культуру как в области, так и в городе. И получили одобрение той концепции, которую мы представим 4 ноября на улице Почтовой. И хочу сказать, что как раз впервые, наверное, откликнулись так много общественных организаций разной направленности. Это и национальные общественные организации, это много организаций по работе с детьми-инвалидами, те, которые занимаются социализацией людей с ограниченными возможностями. Поэтому нам хочется, чтобы праздник получился. Чтобы сделать этот праздник доступным, мы готовим специальную парковку для транспорта, для людей с ограниченными возможностями. И также пройдет чемпионат рисунка на асфальте «Я рисую мир», где примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу сказать, что эти организации настолько активны и настолько заряжают энергией, и хочется вместе с ними, даже они пошли дальше, они проводят проект про зонтики. Что это такое? Даем клич, чтобы все приходили, несмотря на погоду, будет ли дождь, будет ли солнечная погода, зонтиками. Мы проведем конкурс на самый оригинальный, самый интересный зонт на нашем празднике. А также мы можем провести, и мы проведем эту акцию, называется «Узнай свой вес в истории», где каждый может взвеситься у нашего знаменитого весовщика, и потом мы суммируем вес всех, кто придет к нам на праздник, и озвучим, какой же вес в истории город Рязань отводит место. Интересная задумка. Понимаете, что мы получили вот именно оригинальные отклики в социальных сетях. Проанализировав нашу почтовую, наши праздники на почтовую, которые мы проводили в течение летнего периода, и хотелось услышать и хотелось пойти в ногу, скажем так, с предложениями, которые дают наша молодежь. А они порой дают такие интересные вещи, что хочется их использовать, и почему бы нет, не попробовать дать шанс для реализации на почтовой. Мы увидим на почтовой новые имена мастеров декоративно-прикладного направления. Многие будут у нас и гончары, и стеклодувы, которые не только покажут свои работы, но проведут свои мастер-классы. Откликнулись наши библиотеки. Подготовили такую библиозону с кинотеатром для наших малышей, где мы будем показывать в течение нашего праздника, в течение 2 часов пройдет такой киносеанс нашего любимого «Ералаша». Родители могут оставить детей в таком импровизированном кинотеатре и пойти по почтовой погулять, принять участие в мастер-классах. Будут много детских интерактивных зон. Также наши известные шоу профессора Бумса, профессора Николя с интересными опытами, которые они будут показывать. Хочу сказать об общественных организациях нашей молодежи. Это РСМ, это Центр добровольчества, которые также подготовили игры для детей. Будет отдельная зона дворовых игр, которые готовят спортуправление. Дворовые игры, чтобы не замерзнуть, потому что погода все-таки диктует свои условия. Как можно больше активного наполнения улицы, где можно потанцевать, подвигаться, покушать. Будет отдельная зона, где почтамп с представленными национальными блюдами русской кухни, где можно прийти, подкрепиться и пойти дальше смотреть, что же у нас там происходит. Поэтому, попытались учесть все интересы, услышать всех и сделать интересную почтовую.
Вот такой интерактив, например, сейчас очень модно. То есть праздник идет-идет, параллельно кто-то ведет из специалистов, может быть, приглашенные, может быть, студенты, фотосъемку, и это все в режиме онлайн будет транслироваться на экран. Если этого не будет, я вам прям поимею наглость предложить вот это, потому что это очень интересно, и это людям здорово. Будет интересно вот, на пожалуйста, это смотреть. Вот. Очередная идея. Вот вам молодежь предлагает. Молодежь. Отлично. Мозги-то работают. Отлично, отлично. Кстати, молодежь активно предлагают уличные танцы, которые наши студенты с удовольствием взялись за это направление и сказали, мы готовим сами, к нам, нам никакая помощь не нужна. Поэтому да здорово. Когда да таких, ради бога, когда занимайтесь. Когда таких идей будет много, мы будем только счастливы. Поэтому буккроссинг. Каждый может принести книгу. А если еще принесет книгу об истории нашего края, об истории страны, и эту книгу оставит в дар библиотеке и возьмет другую книгу, которая ему понравится, потому что мы несколько зон мы подготовили именно книжных, где человек может принести свою книгу, взять себе в обмен на свою книгу, в обмен взять интересную книгу, которую ему захочется почитать. Это направление. Все-таки это праздник такой официальный, День народного единства. И мы подготовили для нескольких молодых людей такую торжественную церемонию вручения паспортов. Я думаю, что они запомнят этот день на всю свою жизнь. Также уже стартовал конкурс в наших общеобразовательных школах, конкурс «Я рисую мир». И лучшие работы мы будут, также будут выставлены на почтовой и подведены итоги на основной сцене. Во сколько? Где? Давайте пригласим рязанцев. Этот праздник состоится при любой погоде 4 ноября в 13:00 начало нашего праздника. Евгения Сергеевна, наверное, я бы хотела еще вам такой вопрос задать. Он вполне нейтральный по сравнению с прошлым годом. Сколько, какой наплыв народа ожидается в этом году на почту? Все-таки это основная точка места проведения мероприятий вот таких массовых, последний год тем более. Ждем ли гостей из соседних регионов? Ждем гостей из соседних регионов. Это ближайшее Подмосковье, Коломна, Луховица. Не только музыканты, но и мастера прикладного направления заявили желание. И надеемся, что этот проект у нас будет в ближайшее время совместным, потому что Коломна активно к нам едет не только в качестве зрителей, но и в качестве участников. Ну и сколько примерно людей готовят? Около 5000 человек. Вот одних участников, просто вот, чтобы понять, у нас 600 человек. 600 человек, которые изъявили желание помочь нам в подготовке и организации этого праздника. Это волонтеры, это студенты, это люди, которые вот просто приходят и говорят, какая помощь нужна. Вы знаете, так приятно, когда приходят и не остаются в стороне от того, что происходит в городе. Много людей, которые неравнодушны, который говорит, ребята, мы с вами. И, наверное, это самое главное и девиз праздника – мы вместе. В конце нашего праздника пройдет большой флешмоб, песня «Единая Россия», которая объединяет всех, все национальности. И мы все встанем в большой-большой хоровод и возьмемся за руки. В преддверии этого праздника у нас пройдет такая акция, называется «Посади дерево дружбы». В 4 районах города будут высажены ели, которые к нам приедут из Перми. И в каждом районе города появится такой символ дружбы, это елка, возле которой мы будем водить хороводы и встречать Новый год. Основные гуляния пройдут на почтовой, это дело понятно. И еще в городе какие мероприятия, концерты, выступления? Да, в городе пройдут концерты в наших учреждениях культуры. Это в КДЦ «Октябрь», в Приокском, в МКЦ. Пройдут уроки, лекции, выставки в наших библиотеках. К этому празднику готовимся все. Ну что ж, ждем рязанцев. Приглашаем их еще раз на улицу Почтовую 4 ноября в праздник в честь Дня народного единства в 13:00. Все верно. Все верно. Ждем рязанцев. В гости приходите обязательно, будет весело и интересно. Приводите детей. Ну, а это была программа «Подробности». В гостях у нас была Евгения Власова. Очень рады были вас видеть у нас. Спасибо, что пришли. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.